привіт! З вами програма «Бадьорого дня» та я її ведуча Вікторія Андрушків. Сьогодні будемо займатися фітнесом. Заняття проводить наш тренер Анна Кисіль, дипломований спеціаліст з фізичної культури та спорту. Вітаю вас! Вітаю! Сьогодні ми проработуємо мишці ног і мишці кора. Це наш прес, спина. А почнемо ми з базових упражнень. Итак, начинаем мы с разминки. Стопу ставим чуть шире плеч. И начинаем. Вдох-выдох. Поехали. Вдох. Выдох. Еще. Вдох. Выдох. Еще два раза. Вдох. Выдох. И последний. Хорошо. Ладони на бедра. И делаем волна. Вдох. На выдох вверх. Вдох. Выдох. Еще два раза. Вдох. И остались в нижнем положении. Движение лопатками вверх, вниз. И еще три раза. На подъем выдох. Хорошо, остались в нижнем положении. Стопы чуть шире. Движение левое плечо вниз. Две пульсации. Раз, два. Продолжаем. И еще две пары. Левая, правая. Левая. Хорошо. Закончили. Переходим к ногам. Движение вправо, влево. Продолжаем. Вправо, влево. Таз назад. Колени не выходят за носки. Стоп. И еще два раза. На правый. Стоп. Хорошо. Пульсирующее движение тазом вниз. Продолжаем. Хорошо. Еще четыре раза. Четыре, три, два. И разгибаем. Со мной вместе. Выпрямляем правую ногу. Шея расслаблена. Хорошо. И еще четыре раза. Три. Два. Хорошо. Внизу стоп. Развернулись за правой стопой. Пульсирующее движение. Вниз. Правая голень вертикально. Еще четыре. Три. Два. Закончили. Колено в пол. Еще. Направляйте. Но не касайтесь. Еще 4, 3, 2, и внимание на меня, подключаем правую ногу. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, и еще два раза. В верхнем положении фиксируем таз, оба колена втянуть. Хорошо, вниз, разворачиваемся, переносим вес на левую ногу. Пульсирующее движение таза вниз. 4, 3, 2, внизу стоп. Разгибаем левую ногу. 7. На подъем выдох. 6. 5. 4. 3. 2. И внизу. Стоп. Развернулись к левой ноге. Пульсирующее движение вниз тазом. Левая голень вертикально. 4. 3. 2. Внизу. Стоп. Правое колено в пол. Хорошо. Еще. 4, 3, 2, 1. И еще два раза. У вас еще раз. Внимание на меня. Подключаем левую ногу. Вдох, выдох на подъем. И еще два. В верхнем положении. Стоп. Хорошо. Опустили левую ногу. Развернулись. Ладони по центру, отвели таз назад, привели стопы на ширину таза. Хорошо, корпус на бедра, руки в замок под колени. На выдохе лопатками вверх. Хорошо, опустили вдох и поднялись вверх, выдох. Хорошо, разминка закончена. Начинаем основную часть нашей тренировки. Начнем с базового упражнения. Приседания. Начинаем с неглубоких приседаний. Приготовились. Начали. Вниз. Мы делаем 8 приседаний. Вы можете сделать 16. Еще 4. 3. 2. Закончили. Отводим правую ногу назад. Продолжаем упражнение на мышцы ног. Стопы. Ставим носки на 10 градусов вовнутрь, корпус держим максимально вертикально. На 2 счета вниз, на 2 вверх. Приготовились, начали. Вниз,
вверх, не спешим, вверх, вниз, вверх, и чуть быстрее, раз, два, на подъем выдох, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вышли, сквот, неглубокие приседания, еще восемь раз, восемь, семь, шесть, полное разгибание таза при подъеме. Три, два, один. Левая нога назад. Приготовьтесь на два счета вниз. Медленно. Вверх. Вдох. Выдох. Макушка тянитесь к потолку. На подъем выдох. И еще раз. Ускоряемся. Чуть быстрее. Семь, шесть, пять, четыре, три, два. И выходим в сквот. И еще восемь раз. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Продолжаем наше упражнение. Уводим правую ногу назад, делаем три пружины, возвращаемся в исходное. Приготовились? Поехали. Три, два, один. Сквот. Левая. Два, один. Колено ближе к полу. Три, два, один. Еще. Продолжаем. Левая. Мы можем усложнить. Внимание на меня. Колено. У вас еще три пружины. Внимание, посмотрите. Со мной. Правая. Диагональ. Прямо. Встали. Еще. И еще два круга. Левая. Хорошо. И еще раз правая. И левая. Хорошо. И уходим в сквот. Восемь. Молодцы. Вы можете сделать гораздо больше повторений. Не забываем про дыхание. Еще два. Хорошо. Закончили. Начинаем следующее движение. Становая тяга без веса. Делаем вдох. Выдох. Голени вертикально. Таз отводим назад. Выдох. На два счета вниз. На два вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще четыре раза. Три. Два. И внизу стоп. Начинаем продвижение ладонями по полу. Выходим в планку. Ладони ставим под плечевые суставы. Ладонями оттолкнуться от пола. Начинаем с правой ноги, поднимаем ее вверх, на подъем выдох. Левая. Правая. Носок стопы на себя. Еще. Левая. Правая. Стоп. Остались. Поднимаем правую ногу, три пружины. Три, два, один. Поставили. Три, два, один. Продолжаем и посмотрите, как можно усложнить это движение. Еще. Со мной вместе. Три. Шея, продолжение корпуса. Ладонями оттолкнулись. И еще одна пара. Левая. Стоим. Хорошо. Медленно. Ладонями возвращаемся к стопам. Поставьте стопы на пол. Делаем вдох. И медленно поднимаем корпус, голова в последнюю очередь. Выдох. Молодцы. Продолжаем дальше наше движение. Стопы разводим в позицию плие. Стопы выворотно. Грудная клетка над тазом. Делаем вдох, выдох. Восстановим наше дыхание. Хорошо. Опустили плечи. Начинаем медленное приседание. Руки можно перед собой или на талию. Приготовились. На два счета вниз. На два вверх. Делаем вдох. На подъем выдох. Очень важно следить за положением колен. Колени должны быть в диапазоне длины и ширины стопы. Еще. Хорошо. Еще четыре. Мы делаем восемь повторений. Вы можете делать 16. И остались в нижнем положении. Мы сейчас проработаем икроножные мышцы. И поднимаем правую пятку, левую,
правую, левую. Еще, еще, правая, левая. И попробуем две одновременно. Вверх, вверх, вниз, еще. И вверху стоп. Поднимаемся вверх, опускаемся, прижав пятки. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще, молодцы. И еще два раза. Последний. Хорошо. Закончили. Сводим стопы на ширину таза. Делаем вдох. Выдох. И еще два раза. Вдох. Выдох. Опустили ваши плечи. Приступаем к дальнейшим упражнениям. Также у нас начинаем со сквота. Приготовились? Поехали. Вдох. Выдох. Хорошо, еще 4. 2. Хорошо, отводим правую ногу назад. У нас 3 пружины, так же, как и было, но мы их усложняем. 3, 2, 1, вверх, 3, 2, 1. Продолжаем делать по 3 пружины, внимание на меня. 3. Хорошо, со мной вместе. Правое колено. Хорошо. И последний. Молодцы. Делаем вдох. Выдох. Еще раз вдох. Молодцы. Итак, сегодня мы проработали мышцы ног, наш пресс и спину. Вы поработали очень хорошо. Молодцы. Тож за порукою бадьорого дня є гарний настрій, тому тренуйтеся з нами та залишайтеся завжди в гарному настрої.